Сегодня же МИД России вновь призвал Украину соблюдать минские договоренности. В районе линии соприкосновения в Донбассе Киев сейчас искусственно поддерживает напряженность, чтобы оправдать невыполнение политической части документа. Последние обстрелы населенных пунктов показывают, что украинская сторона отказывается и от своих обязательств по поводу вооружений калибром менее 100 миллиметров, отметили в МИДе. Как сообщает агентство РИА со ссылки на администрацию Донецкой Горловки, только накануне в результате обстрела окраины города пострадали 9 мирных жителей. И было повреждено около 30 домов.